Семена Astro и Velvet Shadow Mix помогут оформить клумбу или рабатку в яркие розовые краски. В набор входят цветы сразу нескольких оттенков – коралловый, алый, вишневый, пурпурный и пудрово-розовый. Такая цветочная поляна будет радовать глаз в период с августа по сентябрь. Соцветия крупные, около 10-14 см в диаметре, высота куста не превышает 75 см. Одновременно наблюдается цветение 8-10 бутонов на одном растении. Соцветия плотные, махровые, с длинными игольчатыми лепестками, которые к центру закручиваются по спирали. Такая астра прекрасно смотрится на любых клумбах и в букетах. Astro и Velvet Shadow Mix – это однолетнее растение высотой 65-75 см. Цветок лучше всего подходит для групповых посадок и может достигать до 14-16 см в диаметре. Astro прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. В качестве места выращивания Astro прекрасно устроит открытый грунт. Расцветает Astro и Velvet Shadow Mix в месяц август-сентябрь. Цветок окрашен в микс цветков цвет. Как правило, на одном цветоносе размещается 7-9 цветков. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.